в новом городе, куда мы переехали. Вот местный детский садик. Я туда подавала заявку, когда мы только переезжали, но у них не было места для Джейсона. И мы решили оставаться в старом саду в другом городе. А теперь они меня бомбят сообщениями. У них появились места, и вот у них вечеринка. И нас пригласили. И мы, естественно, пришли. Посмотрим. Вернулись мы домой с этого мероприятия в местный детский садик. И там были всякие розыгрыши, всякие рекламки. И вот там представители этого ортодонтической клиники были. Мы турили садик. И вот после тура дали Джейсону такой гудибэг, в котором... семена. Какие-то семена, семена цветочка. It's probably seeds to make a flower, to plant a flower. Вот такой вот маленький watering can. Be careful. Потом, смотрите, какой прикол. Салфетки влажные. Вот в таком, короче, тубусе. Типа можно привязать к рюкзачку. И карандашик. По-моему, это и все, да? Да. Ну, самое интересное, сейчас вам хочу показать ценные, ценные. Вот я у них спросила то, что меня интересует. 5 дней, полная неделя, 2,550 цена. 3 дня, 2,170. И это без питания. Питание вы покупаете отдельно. Вот питание покупать отдельно. А где цены на питание? Я цен не вижу. Ланч, фойзлоу, $5 мил. Надо почитать, что входит туда. Вот макарошки какие-то. Ну и плюс ко всему, вот 2000 надо дать залоговых денег, $600 регистрация. Ну, в общем, вот такие цены. Такие цены в наших садах. И потом всякие мыльные пузырьки, всякие классы. Снэк дали. Потом там тоже типа лохотрон получил. Вот Джейсон выиграл фрисби. А что у нас тут еще? Ну, вот от них там типа снэк дали Джейсону. Потом у других крутани фрисби и Джейсон фрисби. О, господи. Ну, типа крутани лохотрон или как они называются? Барабан. Покрути барабан, получи приз. Вот в Джейсон выпал зонт. Вот эти еще ортодонтики дали мне напиток сразу холодненький. И вот они положили вот этот мешочек. Вот такие шарики. Мыльные пузыри. Теперь вот и все. И эти ортодонты дали свою рекламку. Вот такой вот наборчик мы принесли. Ну и куча всяких активностей было. Всем привет из очень солнечной Калифорнии. Сегодня воскресенье, 30 июня. Мой бесконечный декретный отпуск продолжается. То, что в четверг я забрала Джейсона раньше. И вот сегодня 3,5 день. I'm taking picture of myself, Bubo. Ну, в общем, я в одинокую, как мать-одиночка, провожу с ним время. И он мне не разрешает снимать. Ну, в общем, несмотря на запреты, я вам поснимаю. Мы приехали в Dollar Store посмотреть всякие декорации ко дню рождения Америки. Хочу вам показать нашу красоту. Ну, в общем, декораций мы не нашли, но пока мы нашли вот всякие такие стикеры. Хочу взять ему бутылку подписывать ежедневно. Плюс он какую-то указку такую выбрал. It's erasers. You don't need these erasers yet. You have a bunch of erasers. В общем, декорации пока нет, но мы уже набрали всякой фигни. Пусто. Пусто. И это все из декораций. Этот маленький вымогатель выпросил у меня шарик. И накупили всякого хлама. Ну и вот только нашли вот такую штуку. First of July. Взяли вот такие вертушечки, указатель, наклеечки эти и эхофон. Такой типа микрофон, и он в него говорит, что он типа создает эхо. Ну, в общем. Итак, следующая остановка. Target. И это человек с шариком. Господи, когда там уже понедельник?
Всем привет! Отвела в сад, как обычно, истерики. Прям посреди дороги начал плакать. Я не знаю, в этом новом классе, либо новый класс, либо что. И прикол в чем? Сейчас будет летняя программа. Нам дали расписание, короче, как они будут их развлекать за дополнительные деньги. И я не знаю, почему я себе решила, что сегодня вторник. Потому что здесь прям написано «во вторник». Одевай пижаму, и к вам придут типа Эльза, Анна и Спайдермен. Я его уговаривала, что Джейсон, не плачь. Будет кайфовый день. Спайдермен придет. Мы одели пижаму Спайдермена. Идем в сад. Никто не в пижамах. Я думаю, блин, почему люди, ну может люди не видели это расписание. А сейчас уже стоим с одной мамочкой, разговариваем. И она такая говорит, да нет, сегодня ничего не будет. Сегодня обычный день. Я говорю, как это обычный день? Говорю, пижама. Пошла я показать ей этот листочек. И в итоге приношу и понимаю, что это будет во вторник. Блять, мой ребенок в пижаме, с длинным рукавом и в штанах. На улице пекло. И он единственный в пижаме. Ну, как эти, блин. Ох, черт побери. Я не знаю, куда я смотрю. И причем я все утро говорила об этом. Это мы еще пытались найти. Джейсон никогда не видел. Не знает, кто такая это. Эльза, Анна из Frozen. И... он говорит, я хочу увидеть Эльзу. Мы начали искать. Везде эта Эльза денег стоит, аренда. В интернете посмотреть кино. Я думаю, я не хочу арендовать, потому что вот Джейсону подарила, моя подружка подарила ему игрушки с той истории. Вот этого Вуди и вот этого капитана. А Джейсон вообще не в курсе, кто такие той истории, кто такие Вуди. Я говорю, ну давай же тебе покажу. Ну и естественно, ж, короче, все это платно. Я взяла в аренду. Ну, пускай там всего $4 на Amazon аренда фильма. С момента, как ты включаешь этот фильм, 48 часов тебе дают, чтобы его посмотреть. Мы начали смотреть, Джейсон говорит, ой, что-то мне неинтересно, включи мне Микки Мауса. Ну, окей, мы выключили этот Toy Story. Проходит 3 дня, Джейсон, я хочу смотреть Toy Story, я хочу смотреть Toy Story, короче. Я включаю, естественно, уже нас этот фильм забрали, снова заплатить $4. То же самое за эти Frozen. Я смотрю все за деньги, думаю, ну опять, сейчас, короче, возьми в аренду этот фильм, Джейсон его смотреть не будет, ну, короче, $4 туда, 4 сюда, обратно, что за фигня, короче, я не взяла. В общем, мы как дурачки, у меня нету сменной одежды в машине, чтобы ему сейчас занести. Короче, бля. В общем, это ситуация с пижамой, что я его сегодня отправила. Решила сделать остановку в Walmart'е, чисто купить каких-то недорогих вещей, чтобы в садике хранились, потому что я поняла, что в садике есть вещи, но они из зимы. Во-первых, там, походу, только теплые, там такие штаны, кофта, во-вторых, это уже маленькие размеры, надо им принести, обновить. Ну, в общем, я вам купила вот так вот на 3 года, 3,98, вот такие шортики им отдам, ну, такой хлопочек. Вот. Мне кажется, что если часто стирать, а мы меняем одежду каждый день Джейсона, то она покатается быстро. Ну, так, чтобы в садике хранилось, на такие случаи пойдет. Вот такие вот шортики. Тоже, по-моему, цена такая же. Я, честно говоря, цену даже не смотрела, просто гребла. Я понимаю, что в Walmart'е подешевше. 3,98. Вот, купила ему такую летнюю пижамку, потому что все лето у них будет там пижамных дней куча. Десятка, 9,98. Такая пижамка, вот такой костюмчик. Прям вообще качество прикольное. Блуи. Ему одно время нравился этот мультик. 12,98. В общем, сейчас это все постираю. И вечером, когда поеду его забирать, я это все закину в садик. Пусть там хранится на такие случаи, когда мама, блин, баран. Вот. Так, ну как вы поняли, лучшие фоны для Ютуба у меня на канале. Забросила вещи с Walmart'а в стирку. Как раз было поводом навести шмон в его вещах. Получается, он вырос уже с половиной вещей. В общем, много вещей выброшено. Надо еще по ходу закупиться. Но пока разберем мою посылку. Надеюсь, это моя, Наталья с Шейна. Пошумим. Тут должны быть купальники для Джейсона. Вот это, наверное, он и есть. Для этой его летней программы в садике. Я предпочитаю все одним кусочком. Ух ты, он маленький, блин. Ну ладно, померяем, но яркий. И на бассейн классно ходить. Я хочу, чтобы я могла его видеть везде.
Вот такой вот купальничек Джейсону. О, кипарик мне, наверное. Я все же скупаю. Ой, какой он говняного качества. С вот такой большой дырой для волос. Короче, наверное, я оставлю. Но он весь прямо аж скрипит, этот кипарик. О, футболочка. Футболочка к 4 июля. Ой, какое говняное качество. И какая она гигантская. Почему она такая здоровая? Эмочка. Ну, в общем, в понятии китайцев эмочка в Америке это вот, вот такое. Ну, качество мягенькое, ну, мягенькое говно. Но она была дешевая, пусть будет. О, тапули для бассейна для Джейсона. Сейчас вам покажу. Я купила спортивные спидоу за $20. А эти там что-то были пятерек. Я их замерю, если они подходят, я, короче, те, что за 20 верну, а за пятерик оставлю. Ну, на вид неплохо, мягенькие, просто классно, когда асфальт, раскаленная, оскаленная почва, бегать, оскаленная, раскаленная, да, я что вообще мысли летают. В общем. Ты все еще переживаешь, что я в этой пижаме отправила, блин, что это? А, это я себе носочков заказала, типа таких прикольных. Такие говняные. Все мне не нравится. Что-то мне все не нравится. О, еще одна. О, этот поприкольнее качество. Хотя нет. Ну да, вот этот такой пожестче, этот помягче. Это вообще качество классненькое. Такой прикольный фостик. Ири-ири-ири. А хоть видно, что я снимаю? Ну, в общем, мне нравится. И еще одна кепочка для меня. Какое-то у меня было темное настроение. Я по ошибке. А, с Ведмедом, Калифорния. Ну, это обычно. Короче, не мамская, просто Калифорния медведик. Все. И вот вам принесла показать вот эти вот спиду в тапульке. Сейчас я замерю размер. Ну, размер спиду чуточку больше. Чуточку. Я думаю, на это лето хватит за пятерик перебегать, а двадцаточка вернется назад.